Глеб, я снимаю просто видос прощальный. Ну. Прощальные видосы. А? Зачем? Нет. Ты станешь другим уже человеком. Поэтому чувствуешь вот этот момент, что ты сейчас уедешь. Стол ребенка я хочу. Стол скажу. Кастрюлю скажу. Да? Кот скажу. Что ты скажешь, когда ты вот вырастешь и хочешь посмотреть? Глупить себя... не больно, глупить приятно. Что ты себе хочешь пожелать? Не знаю. Двинься-то. Зачем что ты когда выгонишь? Я... Ну вот ты себя представляешь в будущем? А сколько мне было? Только столько? Мне вот то же самое только один. Так а что? Завтра. На работу. Чего бы было? Так оно же 11 градусов. Вот, типа. Мама, нет. Че, будешь, блин, вот эту штуку? А я без кетчупа буду. А у нас что, нету кетчупа? Я кончился. Ну, все отлично. Че, правда кончится кетчуп? Да. Ну, помидорка есть сверху. Помидор есть. Ну не хочешь, как хочешь, значит. Ну ладно, да, просто для красоты. Ну, грудь кусок, да, просто не съешь. Завтра съесть. Еще быстрее станет. Глеб, мне так неудобно. Почему? А ты что села туда? А там чё? Наташу загораживаешь. Где меня загораживаешь? А так тебя не видно. Иди сюда. Ну, давайте тогда на какую-нибудь отвлеченную тему. Анекдот какой-нибудь. Давай расскажи, как ты себя в будущем представляешь. Я не знаю. Я в смысле не знаешь? Ура! Что, серьезно? Давай. У нас здесь конкурсы. Давайте, кто больше приготовит каркашек. Там написано вкус шелковицы. Вино нотки смородины. Шелковицы. Вино сразу запахло полностью. Самые тряпки. Че, не очень? По-моему, туда льда надо добавлять. Может, надо было охладить его? Ну, либо лед, либо охладить. Темно-красный, с рубиновым оттенком. Аромат яркий, ягодный, с тонами смородины, вишни, шелковицы. Какой-то горький. Шелковицы. Такое впечатление, как будто сок это. Умеренно тонинный, с легким шоколадным оттенком. Интересно. Со вкусом это как старых носков, да? Или вливательный. Наверное, умеренно тонинное, это ей, да, вот по самому. Глеб, у себя родитель, по-моему, не очень выйдет. Вкусные конфеты с запахом носков. Ты сегодня кушал, Дедушка Мороз. Ну, давайте попробуем закусить. Я не знаю. Я не знаю, что вам сказать. Ничего. Я выбирал, выбрал. Черный? Мне сказали, хороший. Черный? Это они давно. Я молодец. Черный, да? Молочный. Молочный, пористый. Я хочу себе сказать, что я хочу поехать как-то успеть летом на Украину и потом еще в Оренбург осенью съездить. Давай поживее, Танюш, ну что ты как это? Пободай, как будто еще молода. Как будто еще молода. Ну, еще хочу. Договори ты. Заработать. Ты что ты ее вечно, блин? О, заработать на что? На все это. Не бро. На что это? А на себя будущее я перебью, Данюш, это. А это на сколько времени? Да. Может, на время сколько? Мы же не разбираемся, да, или нет? Почему три дня? А когда вы собираетесь? 17 утром. А сколько стоят бананы? Бананы у нас стоят. Здесь сколько стоит? 110? Не, ну можно было найти за 60. Да что-то мы были в Новосибе. Ой, в Оренбурге за 80. Мы думали, ого, у нас вроде подешевле так же. Что цены, как у нас приехали, здесь уже 100. Ну ладно. Ну сейчас не сезон бананов. Сейчас надо черешню покупать. Ну да, у нас же там черешня, вот на том. Ну здесь черешня 300. Да, здесь черешня 300 получается, нет, грубо говоря.
А у нас дома она уже 150. Та-дам. Упс. 0-0. Лёш, поливать надо. А, кстати, можем попкорн? Конечно. Вы в курсе, что у Глеба, слышишь, что говорю? У Глеба появились 3 незаменимых друга. Вообще просто вот, которые прям вот его прям друзья. Yeah. Знаешь, какие? Ниф-ниф на камеру! Еще мало выпил. А что, ты не знал? Вот это ниф-ниф, наф-наф и нуф-ниф. Нет, я не знал. Ой-ё. Ниф-ниф. Я думал. Вот здесь вот. Унитаз тоже здесь. Упинать. Я вообще-то умею кусаться. Да. А тут так вырастет человек. Я деду палец отрубил, и чё ж. Это при чём? Нормально, до связки. Ну. Извините. Цып-цып-цып-цып-цып. Давайте не раскидывайте. Он просто не знает, как общаться с детьми. Чё ты хочешь? Чё-то забыла сказать. Вот что хотела сказать, что? Угощаемся, ребята. Барбариска и Барбарисиченко. Ведь мы такие хорошие ребята. Гидаш, заколебал? О, знаешь, что можно сидеть сказать? Сегодня... Ой, сидеть за мной в туалете по утрам. Ну, скоро пригодится. Снимай? Снимай. Ножку поставь на крышку. Зачем? Ну, чтобы повыше было. Так нормально? Ну ладно. И как стал я срать. Чушка ты. Ну ладно. Ну вот, я хочу съездить в Бурятию. На Васильевку повидать там людей. Я вообще понял, что знаешь, самое ценное это именно вот повидать знакомых. Это как что бы... написано здесь? Хоть как-то хоть что-то останется. Английский. Не знаю, ну короче. Я тоже хочу очень сильно. Надо съездить. Сколько будет до 19 июля? Берри. Нютка написала, что там больше денег платят. Берри, я не знаю, что это такое. Смешно, но где Леша получает 60 тысяч, Кешка получает 60 тысяч, Валька получает 20 тысяч продавцом. А больше им еще не хватает. И на Анютка говорит, что там больше платят, чем Новосибирске получается. А что они тогда? А почему мне тогда бабушка говорила то, что ему сократили зарплату и ему платят что-то там не 14, а 15 тысяч? А Берри это что? Red Berry. Берри. Посидите, узнаете, там они делают ванну, туалет, туалет горячую воду проведут. Уже. Ну то есть они вообще классно все устроились. А мы бомжары. А мы сбежали. Ромалы, бомжары, сбежалы. Таня, ты так делаешь витальки? Нет. Вот так берешь. Мне за корни больно! За корень? Корни. За корни? И силы на исходе. Думаешь, это единственный главный этот, да? Ну тогда, когда сомневаешься даже в своих самых лучших и близких друзьях, кто самый близкий тогда и лучший получается? Кто твой какой? Нет, только ты сам себе и друг. Сам себе самый охрененный друг. Сам себе ты друг. Твое подсознание – это твой друг. Иди-ки вокруг. Сам себе друг. Лев хочет покраситься в оранжевый цвет. В, как там, но будет не я намекаю на то, что себе надо найти. Мам, вообще-то это как там... Мам, а как там... Я ядовит оранжевый. Ядовит. Ну сначала надо посветиться. Толик, у него светлый волос. Ага. Блять, как у тебя, Виталий, как у тебя хотела резинки. Потом резинки. Где Виталий? Где Виталий? Я хотела звонял. Тебе резинки сделать. Чем звонял? Тобой.
Завоняло тобой. Да какие резинки? Надо сколько растить? Сколько расти, ты посмотри. Просто покрасишься. Не, надо сходить просто в парикмахерскую, постричься. Зачем? На ушах ты посмотри, какой пипец. Да блин, мне просто, я говорю, крови то, что здесь вообще ни зарплат, ни хера ничего нет. Надо теперь интернет заработать. Ты, Танюш, туда не ходи, а то там балкон. Перевалишься. Выдала 100 грамм. И пошла в разнос. Мне же хорошо. Зато какие-то переживания ушли, какие-то нервы. Ничего себе! Блин, ты первый раз наблюдаешь Танюху это. Ты понимаешь, Глеб, то, что ты... Соревноваться-то не с кем. Ты первый, так сказать, индивидуум, которому давно вообще он никогда не общался с детьми. А Анютка? Вот именно, что я говорю, что он не общался с адекватными детьми. Я видел детей и... Нет, ладно, не буду. Я не знаю, как пошутить смешно, но... Черный юмор — это тогда, когда кто-то умирает, либо... Ну вот, это у меня шрам. Ну, да, и чё? Это чё? Ну ты что такой, серенький? Это нужен кошачий ус. Да, Глеб, мы давно, долго думали, что тебе подарить на память. Ой. А плоские шутки — это тогда, когда ты что-то скажешь. Вау, вот там, смотри. И все. Ай! Я почувствовал. Кот. Не, ну представляете, скоро станет человеком. Личину стянешь. Личинка — это станет человеком. И совсем уже будет не общаться, наверное, с нами. Скажет: старые пердуны, что с вас взять? Я на тебя, Виталий, буду говорить. Видео покажем, скажем. Котик сказал, пройдет и все. Я просто скажу, я Виталий. У Семки разрыв мениска. Короче, он инвалид. Тип такого. Не, ну если сразу делать операцию, может, не могу. Типа ему сказали на правильную операцию. А ну, что скажешь? На футболе шлепнулся. Вот самый час травм спортивный. Может. Давай, давай. Да, она одну форму скрывает, вторая открывается. Все в твоих силах. Она сама. Меня почему-то не покидает запах тухлого куриного мяса. Не покидает. Может быть, вот оно в этой чашке? Не должно быть такого. Ну, он то может под кусок выкинуть. Не дошел. А, пошел. Пошел. Смотри, я по утрам его так прогоняю. Ну, как ты это? Глючит. Не идеально сюда. Кстати, дайте эту палку. Он как собака, он же не должен так. Ля-ля-ля-ля. Все, продолжай. Хоть как быть пахнет курицей. Но... Можно даже поесть. Можно даже. А волосатыми, да? Где же? Постриги котов. Всегда прикинь, можно же постричь котов. Где ты нафиг? Ты это должен был сделать до отъезда. Должна была меня намекнуть. Каким макаром? Что я нахрен их побрею? Нет, сказала бы, постриги только котов, пожалуйста. Ну я вообще как бы тебе и сказала, говорю, перед тем, как вы уедете, неплохо было бы постричь. Ты не понимаешь, твоя шутка. Да, кому постричь? Когда? Во сколько? Как? Но это надо было просто ходить, так, Виталь, постричь, да. Постричь котов. Постриги, постриги, вот так. Ты даже не можешь глазок поставить нормально. Так далеко не уедешь. Я легко. Слушай, могу. Твои коты, что ли? Я, Виталь, я могу легко достучаться. Легко. Я... Мне бита есть. Крем, сами по себе жарко. Встречная.
И тем более там, если вы поедете, как ни крути, хоть, ну... Я собирался, но забыл. Ничего не успел. На меньше шерсти будет, и не дай бог там какой-нибудь клещ или еще что-нибудь. Мяу. Вот это вмещается? Там. Я делал, чтобы вмещалось. Это с другой стороны, Тань, попробуй. Да, вмещается. Че, его здесь не целить? Ну да. Пройди повыше, чтобы тебя было видно. Ой, магически. Мне 11, а что-то мне уже 11. Ну я говорю. Вставай. Не могу. Вставай. Это тетя Таня после второго бокала вина. Вставай. Пушистый, я хочу, чтобы ты на задних лапках. Что, Глеб, тебе нравится запах? Нет, я ненавижу запах. Ну, вот это мы любим. А так другой запах. Нам в 13 лет специально наливали пиво. Говорили, пейте лучше дома, чем вы это будете пить. Нюх! Смотри. Динь-динь-динь-динь. Что я могу сказать, Глеб? Давай на пустые эти какой-нибудь. Чего? А помнишь, мама эту мышку на это надела? Смотри, он сам себе вот так делает. Читай, мы один раз мышку натерли нашей леди. Эй, не надо шевелить. Я тут такая, это гоняла по всему дому. Не надо, пушистый железный. Все. Ну, я и спала. Не, я это жидкую варианту. Но она очень стойкая. О, на всю квартиру ульянкой пахло. У нас было как 60-е, Виталь, когда у нас у леди началось это мяуканье. Вот, у нас как 60-е, вот это знаешь. Мир! Всем мир! Мы за мир! То есть у нас валерьянкой воняло, просто аж глаза резало. И знаешь, даже вот если там что-то не так, даже вот поорать нельзя было, потому что вот такое состояние, знаешь. Все хорошо. Классно. Не, не классно вообще. У меня ассоциация с валерьянкой, это когда перед экзаменом. Да. Мама всегда поила валерьянкой, потому что у меня истерика была, что я ничего не выучила. Какое состояние радости, да? Эйфория какая-то даже, не радость. Что такое? Давай тебе, Танюш, беляша сюда. Беляш. Ну да, иди. У него уже все хорошо. Ты сползай, все. Давай, Танюш, тебе беляш иди сюда. На него так не реагирует. Беляш вообще ему хорошо становится. У него вообще пофиг. Он ничего. Начал лизать стекло. Надо ее натереть сначала яму. А вы давно? На. Это что, она же? Валерьянка. Да. Ты любишь? Не нравишь. Ну ладно, давайте это какой-нибудь напутствие Глебу. Хорошо, 40 минут. Просто облизывает. Вообще надо в... 10 тысяч часов. Нет, надо надо вообще работать целых 8 месяцев, чтобы быть профессионалом. Или даже год. Нет, нет. За 8 месяцев ты никогда ничего не обучишься. Ну 10 тысяч часов рассчитайте. И просто чисто азам. Если, например, учиться по 3 часа в день, каждый день, 365 дней в году, это за 3 года. Если по 2 часа в день, то за 5 лет. По часу в день. Сколько будет? А, нет, кого? Да, нет, 3 года.
как бы да. Если считать 10 часов в день, 365, нет, ну правильно? Да. А, да, если 10 часов 10, в день, то да. За год будет 3650 часов, да? Mm-hmm. А за 3 года будет, если, короче, каждый день без выходных заниматься, да, по 10 часов в день, значит... Mm-hmm. Ну, это девах с какими-то там блеклыми цветами, убираешь яркость. Ой, посмотри, у Тацагана, какие нравится. У него блеклые цвета. Тогда он не снимает, на фоне трогает. Ну хотя, знаешь, да, ты просто сняла на фоне какую-то блеклую зелень. Фу. Ну, кстати, эти фотки всем вообще нравятся. И там же сидите тоже. Да вообще всем нравится, прям шедевры. Нравится, Руслана с любовью.